Волевая победа сборной Казахстана по футболу над Финляндией в отборе на Евро-2024 вызвала небывалый ажиотаж фанатов по всей стране. Социальные сети заполонили эмоциональные видео болельщиков с моментами реакции на триумф казахстанской сборной. Ликовали они в студенческих общежитиях, на улице, в домах и спортивных барах. Студенты одного из вузов в Астане буквально устроили перекличку в общежитии. В общежитии другого столичного учебного заведения молодые болельщики не сдерживают эмоции во время пенальти Бахтиёра Зайнутдинова. Несколько десятков казахстанцев присутствовали и на стадионе в Хельсинки, чтобы поддержать национальную сборную. После игры футболисты поблагодарили фанатов. Победа сборной Казахстана в Финляндии не только сохранила место в топ-3 группы H, но и оставляет шансы на прямую квалификацию на Евро-2024.